России больше 40 миллионов пенсионеров. Сегодня у них хотят забрать последнее. Хватит заставлять пенсионеров выживать на нищенскую пенсию. В стране очень много одиноких пожилых людей. Над ними издеваются. Отбирают жилье. Дети отправляют родителей в дома престарелых. Государство должно позаботиться об одиноких гражданах. В избирательном бюллетене наш номер 7. Голосуйте за ЛДПР.